Парковаться можно в жилых зонах при отсутствии знаков, запрещающих парковку, либо на специально отведенных местах. Но часто водители нарушают правила парковки своих транспортных средств, останавливаются в зоне действия запрещающих знаков, оставляют авто вблизи пешеходных переходов. Гражданин не должен ставить свое транспортное средство, загораживая данный пешеходный переход непосредственно на пешеходном переходе, а также на расстоянии до 5 метров до пешеходного перехода. То же самое касается у нас поворотов, перекрестков. То же самое, такое же расстояние. Также человек не должен ставить свое транспортное средство, если до разделительной сплошной полосы, либо до края соседней проезжей части остается менее 3 метров. Нередко горожане возмущаются, что машины паркуют прямо на газонах. Этим вопросом занимается администрация. Припаркованные на траве автомобили можно сфотографировать и отправить фото в администрацию. Нельзя оставлять машину и на местах для инвалидов. Такие парковки отмечены специальными знаками. В нашем городе достаточно большое количество мест специально предназначено для людей с ограниченными возможностями. Данные места устанавливает администрация, то есть некоторые из них по просьбе самих этих людей с ограниченными возможностями. Но, к сожалению, часто люди ставят свои транспортные средства с нарушением требований данного знака. Граждане, которые ставят свое транспортное средство, которое непосредственно предназначено именно для этого места, они периодически присылают обращение к нам в ГИБДД. То есть прикладывают фотографии, доказательства того, что гражданин поставил на их парковочное место, предназначенное для их транспортного средства, и людей, которые нарушают, привлекают к ответственности. Если владелец автомобиля припарковался с нарушениями, его могут привлечь к ответственности по статье 12.19 и назначить штраф в размере от 500 рублей до 5000 рублей. Если вы увидели машину, которая стоит припаркованной на дороге в неположенном месте, можно ее сфотографировать или снять на видео. Обязательно нужно, чтобы на фото или видео были видны номера машины, а также отображалась дата, время и место фиксации нарушения. С этими материалами можно письменно обратиться в ГИБДД или подать электронное заявление на сайте МВД РФ. Не ставьте свои транспортные средства вблизи пешеходных переходов. Тем более у нас скоро начнется учебный год. В первый класс пойдут у нас уже бывшие воспитанники детских садов. Из-за транспортных средств, в связи с небольшим ростом ребенка, его достаточно сложно заметить. Поэтому не ставьте транспортные средства до или после пешеходных переходов, особенно вблизи детских учреждений. К тому же бывают такие случаи, когда у нас возникают спорные моменты из-за парковок в жилых зонах. Хочу напомнить, что территория, которая находится вокруг дома, она не принадлежит частным лицам. Соответственно, никаких спорных моментов возникать не должно, потому что данные места не являются частной собственностью владельца транспортного средства. Также неправильно припаркованные автомобили могут эвакуировать, после чего выписать водителю штраф. В таком случае он будет обязан оплатить еще и работу эвакуатора. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, служба новостей, Саров-24.